Село Бабурка. Несмотря на погоду, местные жители тут перекрыли трассу. Люди обеспокоены состоянием дорожного полотна. Яма на яме. Это вся область захвачена в эти ямы. Естественно, это наболевший вопрос. А нам тем более. Дорога очень узкая. И ну, это аварийная ситуация всегда на дорогах. Мы детей отправляем в школу, мы всегда волнуемся, как они доедут. Мы платим за дороги и хотим качества этих дорог. По словам местных жителей, дорогу разрушают грузовики, перевозящие стройматериалы. Так как в Беленькой строится терминал, и груженные машины, тяжеловесы, которые едут, груженные песком, щебнем, плитами, цементом, естественно, наши дороги не рассчитаны на такую загруженность эту. И нам, как вот жителям, которые ездят на работу с Беленькой, это 25 километров 30. Ехать по такой дороге ночью, все, ну, это катастрофически просто, ну, невозможно. Кроме того, люди требуют оперативного ремонта дороги. Мы все равно будем требовать, чтобы дороги нам ремонтировали. Вот. Это единственное требование. Да, мы готовы выходить на длительную акцию. В Запорожской районной администрации говорят, о проблеме знают. По словам чиновников, предприятие, которое занимается строительством терминала в селе Беленькое, пообещало финансировать ремонт дорожного полотна. Предварительно перед этим был у меня разговор с предприятием, с представителями еще до этой ситуации, где предприятие, можно так сказать, пообещала в том числе и софинансировать работы, которые касаются этой дороги. Эта дорога принадлежит облавтодору, она у него на обслуживании. Конкретные сроки начала ремонтных работ определятся на совещании. По словам чиновников, оно состоится на этой неделе. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Валерий Калайтан, Иван Демьяненко, Руслан Шевченко, ТВ5.